Годы 1245-1254. Какой-то щелчок. Кажется, в соседней комнате. Тайная комната. Наверное, здесь Лютик и остальные готовили налет. Какие-то комочки в масле виверны. Калий. Похоже, бомбу собрали тут. Инструкция по сборке бомбы, написанная неким Калькштейном. Сири, за мной следит Менге. Это он перехватил сокровища. Лютик у него. Беги. Шаги. Нехорошо. Масло виверны. Тебя здесь увидеть. Особенно в обществе, Трис. Я решил, что нам нужен кто-то, кто понимает в магии. Очень мне любопытно, что это за руны на бомбе. Тебе это также любопытно, Трис? Нет. Но мне заплатили. Обожаю, когда ты пытаешься изображать циничную материалистку. На самом деле, Трис здесь за идею. Ей нужно золото, чтобы спасать собратьев. А я смогу ей помочь, если верну казну. Кстати, или как говорят в Боклере, апропо, ты не узнал, кто попер мое золото? Постой. Сначала скажи, зачем пришел. Мы договаривались, что если я что-то найду, то сам к тебе вернусь. Вроде так, но я беспокоился о тебе и зашел посмотреть, все ли в порядке. Сердечно благодарю. Теперь можешь спать спокойно и запомни на будущее. Я умею о себе позаботиться. Ты заботишься о себе, а я о себе. Господа, я польщена, что мне довелось увидеть эту словесную дуэль. Только помните, что в отличие от вас, я, выходя в город, рискую жизнью. Поэтому очень вас прошу, давайте к делу. Ты напрасно беспокоил Трис. Бомба нас больше не интересует. Потому что? Потому что я знаю, кто наложил лапу на твою казну. Начальник храмовой стражи, некто Калиб Менге. Вот, пожалуйста, Меригольд. Не только заработаешь, но и отомстишь. Геральт, ты не будешь столь любезен рассказать, как ты это узнал. Умираю от любопытства. Это несущественно. Несущественно? Мы, кажется, договорились, что ты мне поможешь. Я помогаю. Но это не значит, что я должен тебе во всем исповедоваться. Я закрою глаза на эту наглость. Но только потому, что наш блудочестивый муж действительно может иметь отношение к налету. Менге последнее время швырялся деньгами, хотя, по моим сведениям, у него не должно быть ни медика. И что теперь? Как я слышал, Менге по утрам принимает посетителей в штабе охотников на колдуний, в доках. Загляните к нему и спросите, что он соизволил сделать с моим золотом. Ага, значит, мы делаем всю грязную работу, а ты сидишь сложа руки. Дорогой мой, если я могу кого-то использовать, я так и делаю. Очень удобно. И безопасно.
Давай, признайся, ты же боишься Менге? Разумеется, я его боюсь. Он очень опасный сукин сын. Полагаю, Трис со мной согласится. Я бы сформулировала это иначе. Но с общей мыслью я согласна. Сомневаюсь, что Менге по своей воле нам что-нибудь расскажет. Я тоже. Поэтому я и нанял ведьмака и чародейку, которых столь многое объединяет. И как это связано с делом? Влюбленные готовы прыгнуть друг за друга в огонь. Что мне и нужно. Я имею в виду, у вас больше шансов выйти из казарм охотников живыми. И с моей казной. Иными словами, ты нами играешь. Играю? Что? Я просто направляю объединяющие вас чувства. Ну, голубки, мне пора. Удачи! Я думала, ты возразишь, что мы... Ты понял. Ты сама могла бы возразить. Да. Но это так тяжело выговорить, правда? Ну, мы отошли от темы. Нам надо вернуть казну. Трис, я должен тебе кое-что сказать. В этой истории золото Дикстра интересует меня меньше всего. Я так и думала. Дело ведь в Цири. Да. Менге где-то держит Лютика. А Лютик с ней виделся. Это все меняет. Слушай, встретимся на рассвете у часовни Вечного Огня, на восток от порта. Подумаем вместе, как попасть в казармы охотников. Идет. До свидания. И спасибо тебе. Поцелуй меня в жопу! Как же это так? Но! Шевелись, плотва! Ничто не причиняет дегенерация, упадок традиций, разложение морали. Надо ли тебе чего, мастер? Здравствуй, Эйвор. Здравствуй, Геральт. Чем могу помочь? Мой меч уже готов? Да. Смотри и восхищайся. Вот это всем мечам меч. Действительно, стоило ждать. Спасибо, Эйвор. Это тебе спасибо. За все. Сделай для меня кое-что. Сделай для меня кое-что. Будь здоров.
Здравствуй. Здравствуй, Гера. Сделай для меня. Будь здоров. Здравствуй. Здравствуй. Покажи мне свой. Будь здоров. Хорошо, что ты пришел. Послушай, присмотрелась я к казармам. Не нравится мне все это. В смысле, им не помешает ремонт? В смысле? Это настоящая крепость. Высокие стены, охрана у ворот, внутри полно людей. Мы не проберемся внутрь. Силой тоже ничего не сделаешь. Менге успеет сбежать. Так что ты предлагаешь? Возьми кандалы. И надень на меня. Может, ты объяснишь, что происходит? Подумай. Если ты приведешь охотникам подлую Трис Меригольд, они не то что ворота откроют, они тебя еще и к самому Менге проведут. Исключено. Это слишком опасно. На кону жизнь Лютика и Цири. Значит, стоит рискнуть. Трис, подумай, ты правда хочешь по собственной воле идти в логово льва? И к тому же скованный? Да. Я не могу тебе этого позволить. Приятно, что ты обо мне беспокоишься. Но я уже приняла решение. И не стану его менять. Ну хорошо, допустим, они проглотят наживку. Что дальше? Мы заходим, я приставляю Менге меч к горлу и спрашиваю, где Лютик? Не вариант. Менге гнида, но в одном ему нужно отдать должное. Смерти он не боится. Меня это всегда раздражало в фанатиках. Но ничего, придется брать его хитростью. Какие будут предложения? Может, ты скажешь, что у тебя есть сведения о ложе?
Или еще лучше, о самой Филиппе. Он ее ненавидит. Придумай что-нибудь. Постой. Я хочу тебя поблагодарить. Успокойся. На моем месте каждый бы... Нет, не каждый. Довольно. Чародейке краснеть не пристало. А как же казна? Если мы что-нибудь узнаем, то хорошо, а если нет? Я думал, тебе нужны деньги Дикстры, чтобы помочь чародеям. Это правда. Но золото можно добыть множеством способов. Это сейчас не самое важное. Мне все это по-прежнему не нравится, но что ж поделаешь. Пойдем. Геральт, помни, я сумею о себе позаботиться. О чем ты? Охотники. Они не будут обходиться со мной, как с дамой. Но я выдержу. Я смогу потерпеть. Цири важнее всего. Поэтому, что бы ни случилось, просто делай свое дело. Этого я обещать не готов. Я прошу тебя. Хорошо? Да, хорошо. Чего надо? Я пришел за наградой. За что это? За чародейку. Не видишь, кого я вам привел? Это Трис Меригольд. Меригольд? Ну, проходи. От Тирас. Трис Меригольд. Ты перешел с утопцев на чародеек? За них больше платят. Так от них и вреда больше. Утопец самое большее, а рыбака за ляжки покусает. А они убивают королей, плетут заговоры, вызывают войны. И молоко у коров тоже из-за нас киснет. Шутки кончились, Меригольд. Раз и навсегда. В подвал ее! Полегче, я отдам ее Менге и никому другому. Думаешь, мы не знаем, что делать с чародейкой? Пусти, ублюдок! Паршивый язык не подходит к такому прелестному личику. Придется вырвать. Вместо того, чтобы вырывать язык, лучше его развязать. И тогда можно узнать интересные вещи. Например? Например, где скрывается некая Филиппа Эйльхард? Я тебя еще достану! Захлопни пасть, рыжая шлюха! Говори, где она? Я тебе, кажется, ясно сказал. Я буду говорить только с Менге. А Менге с такими не разговаривает. Тогда передавайте ему привет от меня и моей подружки Меригольд. Добро! Бери ее и иди за мной. Ты никуда не отходи.